Озеро Поганай. У нас в Кыштовском районе вот такое вот. Вот тут такие ягодки собираю. Берешь таким макаром, оп, и аккуратненько, оп-хоп, убираешь. Мусора, конечно, много. О. Вот такая вот прелесть. Там где-то Шурик рыбачит. Ешь, чё? Чё есть? Без бутербродов никак. Венгерская колбаса вкусная очень. Да? Вот, что-то ничего не клюет. Ну, хоть ягоды набрали маленько. Вот красоты вкуснятины. Будем ждать. Может, карасика поймаем. Вот пошел показать, что оставляют после себя люди. Вот всякие баночки, пакетики. Там вот дальше не пойду, там вообще валяется. Ужас. Все-таки вот решил дойти. Вот. Казалось бы, такое место красивое. Вот такое тут. Не знаю, для рыбалки мосток или что это. Красиво, но нужно все равно как-то это все культурно убирать. Сейчас мы, наверное, поскидаем это в кучку мусор, пакетик. Там костер, хотя бы костру внесем. Выносить очень далеко.